В Ульяновском театре юного зрителя 22 декабря стартует новогодняя кампания. Спектакль «Приключения Буратино», созданный по мотивам всеми любимой сказки Алексея Толстого, станет новогодним подарком для зрителей всех возрастов. Насколько я знаю, дети больше любят вот всяких современных таких трехмерных персонажей. И, к сожалению, не всегда очень добрых, к сожалению, не всегда очень понятных, а просто вот таких вот активных и, может быть, даже где-то наглых. Хочется вернуть их к настоящему, хочется вернуть их к истокам, к настоящей русской классике и поговорить с ними о доброте, о любви, о преданности. Новая постановка – это спектакль для семейного просмотра. Всех гостей новогоднего праздника в небольшом театре ждет встреча с любимыми героями – озорным и любопытным Буратино, парой жуликов Лисой, Алисой и котом Базилио, мудрой черепахой Тортиллой, прекрасной Мальвиной, поэтичным Пьеро и другими. Положите руки перед собой. А, пожалуйста. Не сутультесь. Пожалуйста. Вытащите ногу из-под себя и поставьте ее на пол. Пожалуйста. Итак, у вас в кармане два яблока. Также в программе игры, песни и хороводы у елки с Дедом Морозом, Снегурочкой и персонажами спектаклей небольшого театра, фойе театра. Новогодний праздник в небольшом театре будет радовать зрителей ежедневно, кроме 1 января, до 7 января 2018 года. Ирина Антонова, новости Ульяновской правды.